Учиться жить у тех, кому сложнее. Уметь начать все заново, когда, казалось бы, это за гранью возможного. Кизилюртовскую колонию для несовершеннолетних посетили паралимпийцы баскетбольного клуба «Скала». Спортсмены на своем собственном примере попытались убедить ребят, что как бы то ни было трудно, жизнь к лучшему можно изменить всегда, было бы желание. Навестили заключенных и участники молодежного движения «Я помощник президента». И даже подарили подарки. Воспитанники колонии бурно реагируют на каждое удачное попадание в корзину. Баскетбол – увлекательная игра. А когда на площадке люди с ограниченными возможностями, она интересна вдвойне. Рашид внимательно наблюдает за профессиональной игрой инвалидов. Парень был осужден на 4 года по статье «Покушение на убийство». И только в колонии понял, что совершил ошибку. Стремление пошел к спорту, к такому же. Стараться дальше, познавать спорт. Видим, да, как эти люди делают. Стараются, также решили постараться. У нас тоже такие же планы для достичь спорта. В каком виде спорта ты хочешь? Бои по рукопашке. Игра паралимпийцев была настолько захватывающей, что никого не оставила равнодушным. Гаджи Салимагаев работает в колонии уже много лет и считает, что именно такие люди должны стать примером для его подопечных. Действительно, эти люди с ограниченными физическими возможностями, если могут играть в волейбол, баскетбол, я считаю, что у них даже в сознании будет то, что они как бы подумают, если люди такие даже, мы почему не можем? Поэтому они, мне кажется, даже выйдя на волю, освободившись или условно-досрочно, или по концу срока, неважно, они будут задумываться о том, что, чтобы остаться здоровыми. После игры состоялась дружеская беседа. У заключенных немало вопросов о жизни и увлечениях паралимпийцев. Рассказал о своей любви к спорту и Ахмед Гамзатов, который год назад стал пользоваться спецколяской и уже несколько раз участвовал в соревнованиях. Посетить колонию для несовершеннолетних Ахмед хотел давно. Интересно было посмотреть, что за колония, как здесь находятся заключенные. Они осмыслят все свои ошибки, которые совершили раньше. Глядя на нас, посмотрев на нас, увидев, что мы, ребята, которые находимся хуже в их положении, да, мы инвалиды, да, они хотя бы заключенные, но временно. А мы-то уже, можно сказать, на всю жизнь. Но несмотря на это, желаю им, чтобы они осознали свои ошибки. Гости от различных общественных организаций в этой колонии не редкость. Сюда приезжают главным образом для того, чтобы как-то повлиять на трудных подростков. Визит паралимпийцев в этом плане тоже может помочь. Активисты движения «Я помощник президента» напоследок подарили ребятам футболки. Ну а завершилось все зажигательной лезгинкой. Имара Гаджимиева, Селим Таджибов, Рамазан Омаров. Время новостей.